Итак, друзья, сегодня мы с вами из обрезка дуба сделали вот такую вот струбцину. Делается довольно-таки легко. Изначально я планировал сделать вот такую струбцину. Как вы все знаете, у меня в столе есть отверстие, и чтобы быстрее зажать деталь, как раз она будет служить отличным помощником. Мы вставляем в отверстие, зажимаем и все, обрабатываем деталь. Потом ослабили, вытащили, все, струбцина в руках, делается буквально секунда. Но решил также еще вырезать вот такую одну губку, надевается, и получается уже полноценная струбцина. Сюда поставил трубку, некоторые ставят шпильку, но шпильку, чем шире у нас будет деталь зажиматься, тем больше вероятность, что она погнется. Трубка более устойчивая к изгибу. Вот такая вот самоделочка у нас сегодня с вами получилась. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!